Немецкая и британская компании предоставят Украине спецтехнику Висент-1МС для прорыва минных полей. Фленсбургер Форцайгбау Гессельшафт и Пирсон Энджинирин объявили, что получили контракт на поставку спецтехники Украине. Оборудование будет состоять из бронированной машины поддержки Висент-1 компании Фленсбургер Форцайгбау Гессельшафт, оснащенной полноразмерным минным отвалом от Пирсон Энджинирин. Бронированные инженерные машины и минные отвалы были заказаны правительством Германии для Украины. Наши вооруженные силы сейчас остро нуждаются в средствах для прорыва минных полей. Поставки планируется завершить до конца 2023 года. Количество техники и минных отвалов не раскрывается ни одной из компаний. Однако на сайте правительства ФРГ в списке будущей помощи Украине упоминается 42 танка для разминирования. Висент-1 происходит от машины, известной как Armored Recovery Vehicle 2000 или ARV-2000. По сути, она основана на модифицированном корпусе основного боевого танка «Леопард-1» со снятой башней и может вмещать различные системы в зависимости от роли. Разминирование является одной из самых сложных задач в полевых условиях. Чтобы армии по всему миру могли выполнять эту задачу быстро, безопасно и надежно, Фленсбургер Форцайгбау Гессельшафт разработала систему разминирования Висент-1МС. Кроме того, Висент-1МС оснащен системой разметки полос, которая позволяет следующим войскам безопасно проходить через расчищенные поля. Баллистическая защита отвечает стандарту НАТО STANAG 4569 Level 5, и защита от мин Level 3 обеспечивают максимально возможную безопасность экипажа. Украина присоединится к Дании как второй известный оператор платформы Висент-1, хотя аналогичную машину на базе модифицированного корпуса Леопард 2, известную как Висент-2, также закупили Канада, Венгрия, Норвегия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Спасибо за просмотр. Слава Украине!